региональных условиях, в реальных условиях. Наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия. Российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и нарастил свои мощности в отдельных направлениях кратно. Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную, неделимую систему безопасности, которая надежно защитила бы каждое государство.